Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту PR2 Profit, где я делюсь интернетом и на этом зарабатываю. На полном пассиве, вообще ничего не делая. Просто установила приложение на компьютер и зарабатываю, ребятки, на этом денежку. Давайте я зайду в кабинет и хочу показать свой баланс и сделать вывод в режиме онлайн. Значит, в данный момент у меня на балансе $2. Вот основной баланс мой. $2.21. Вот здесь скачать приложение для Windows. Работает у меня два компьютера. Вот этот у меня, на котором я работаю. Ну и там еще как бы... Вот здесь моя сеть. Вот два устройства. И в резерве у меня компьютер как бы. Я там тоже установила. И вот как бы у меня все работает. Видим, да? Зеленые точечки. Вот. Можно устанавливать и на телефон, планшет, ну, на любое устройство. Вот здесь есть, ребятки, курс трафика. Кликаем показать. Вот так. И мы видим тип сети для вашей сети и для реферальной сети. И описание. Значит, у меня что? Вот это вот у меня домашний интернет и Wi-Fi. Так я поняла. Это вот. И вот что у меня идет для вашей сети 0.8, это 80 центов, 1 гигабайт, что ли, ГБ. Или как это понять? Ну и для реферальной сети 40 центов. Вот у меня домашний как бы. Так как я же дома нахожусь. И самый дорогой здесь мобильный оператор. Но я с телефона, ребятки, не работаю. Я работаю только на компьютере. А с телефоном я не дружу, честно говорю. Так, и вот вкладочка выплаты. Раньше ее не было. Или я не видела, слепая. И, как видим, здесь множество есть платежных систем, куда можно выводить. Это мой будет второй вывод. Первый вывод я выводила. Здесь я зарабатываю, как бы мне начисляют в долларах, а выплачивают они в рублях. Вот. Есть Kiwi, U-Money, WebMoney, Advanced Cash, Payeer, банковская карта. Вот видите, да, к сожалению, вывод этим способом невозможен. Сумма вывода не соответствует лимитам, так как здесь на визу, как бы, да, на карту от $15. Имейте это в виду, смотрите, да, но тут все равно не выведешь. И мне доступны платежки, на которую я могу вывести, так как у меня $2. И минимум на вывод от $2. Вот, я буду выводить на Payeer. Kiwi, U-Money, WebMoney могу, Advanced Cash. Я, как всегда, Payeer. И что? Убедитесь в правильном ввода реквизитов. Ля-ля-ля, тополя. Нужно прописать реквизиты. Проверяем. И кликаю «Заказать выплату». Видите, да? Так как вывод обрабатывается в ручном режиме, буду ставить на паузу и ждать вывода. «Заказать выплату». Так, мы отправили на почту код безопасности для вывода денежных средств. Переходим, ребятки, на почту. И вот он код. Я его копирую, так каждый раз при выводе средств вам будет приходить код. Такой вот код. Ну, каждый раз по-разному, конечно же, но тем не менее.
Вставляю код. Вывести средства. Отлично, успешно завершено. Так. Так, выплата поступит в ваш кошелек в течение часа. Если же вы получали выплаты от нас, оставьте, пожалуйста, нам отзыв на Trustpilot. Я в прошлый раз вроде как бы оставляла. Видите, да, вот сент. Вот это зелененьким горит. А это в обработке. У меня. И вот буду ждать. Что еще я, ребятки, хочу вам сказать. У меня есть такой вот проект. И пошла информация, что это точь-в-точь будет проект, как вот этот. Вот это наш русский, а вот это вот зарубежный. Здесь он еще предзапуск, предстарт типа того. Я просто здесь зарегистрировалась и жду, когда будет старт. Информацию по этой по этому проекту я буду заливать своего пригласителя. Ну, потом когда-нибудь я, если все будет хорошо и проект выстрелит, как бы он абсолютно без вложений. Вот. И как бы потом тогда я запишу видео. Ну, а пока будет информация, я буду заливать своего пригласителя. Вот. Ну, посмотрим, что он нам даст. Я просто зарегистрировалась и преспокойно жду. Черпаю информацию об этом проекте на просторах интернета, как бы так, да, на YouTube. Вот, если мне попадется, как бы, и что-то такое. Вот, кому интересно, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии под видео. Потому что ну, посмотрим. Еще как бы здесь ничего такого недоступно. Я ничего здесь, никаких действий не производила. Здесь нужно секретный код установить. Я еще ничего тут сюда кликаю. Я ничего не устанавливаю. Я просто жду, потому что нечего спешить здесь. Как я поняла, так это надо будет делать и верификацию. Стоит это все или не стоит это. Буду я работать здесь, не буду. В общем, ребятки, покажет время. А пока просто вот я зарегистрировалась и жду. Вот, а там видно будет. Он уже давно гуляет по интернету, все рекламят этот проект. Ну что, ребятки, поставлю на паузу и обожду. Давайте даже перезагружу страничку. Как вывод поступит, я продолжу и покажу вам вывод. Вывод мне поступил. Видим, да, у меня это синенько. Перезагружаю страничку. Я, конечно, не ожидала, что он так быстро поступит, но все равно она синяя. И так как я пошла на почту удалять ну, вот этот код, он же мне не надо, смотрите. Вот. Плюс 164-74 21.12.21 года. Платит он, как бы выплачивает в рублях, как я говорила. Все замечательно. И вот теперь можно как бы оставить отзыв на Trustpilot. Сейчас я кликну. Загрузится. И кликаю. 5 звезд. Пишу. Ой, а что это у меня английский, русский. Платит. Вот. Отличный сайт. Рекомендую.
Вот и все. Кликаю. Опубликовать. Ну что ты? Закрыть. Угу. Сейчас я попробую еще зайти. Мне должно письмо прийти. Страст-пилота, что я публиковала отзыв. Так. Что-то у меня этот Trustpilot тоже с большим приветом. О, баланс мой по нулям. Я уже не буду столько писать. Платит. Рекомендую. Я не знаю, надеюсь, опубликовала. Отзывы. А, надо вот сюда перейти. Ага. А вот я. А это 25 ноября. Вот где надо оставлять. Вот так. Вот я дурила, да. Ну, так, сейчас. Теперь здесь галочка и опубликовать отзыв. Так, скоро ваш отзыв будет опубликован. Ну и все. Как бы. Вот такой вот проект. Кому интересно, работайте. Ну, интересно, пройдите мимо. Вот. Вот мой отзыв, видите, да? А, Грамотей. Бог с ним. Вот, компьютер не тянет, все замечательно, работает, платит. Всем удачи, всем пока.